Привет, друзья! «Титаник» был самым большим кораблем в свое время, но просуществовал очень недолго. Тем не менее, за этот короткий срок он стал самым известным судном на Земле. И сегодня я расскажу несколько интересных фактов о нем. Путешествие «Титаника» началось 10 апреля 1912 года и закончилось уже через 4 дня, когда в ночь с 14 на 15 апреля корабль затонул и с ним погибло около 1500 человек из 2224 пассажиров, которые были на борту. До 1987 года, когда потерпел крушение филиппинский паром «Донья Пас», это была самая большая трагедия за всю историю кораблекрушений в мирное время. На борту «Титаника» находились как самые влиятельные и богатые люди мира, так и сотни эмигрантов, которые плыли на другой континент в поисках лучшей жизни в США. Корабль был обустроен со всем комфортом и роскошью и разработан по последним технологиям. Однако из-за отсутствия строгих требований к безопасности суден, на нем были спасательные лодки только для половины всех пассажиров на борту. Корабль вышел из Англии, зашел во Францию, Ирландию и оттуда взял курс на Америку. Но его путешествие закончилось очень быстро, когда «Титаник» столкнулся с айсбергом. От удара образовались пробоины, и корабль начал тонуть. За 2,5 часа его передняя часть полностью ушла под воду, когда задняя все еще была поднята над поверхностью. В это время сотни пассажиров и членов экипажа смогли эвакуироваться на спасательных лодках, из которых почти ни одна не была заполнена по максимуму. Незадолго до 2:20 ночи 15 апреля «Титаник» разломился на части и скрылся под водой с сотнями людей на борту. Большинство из них осталось на поверхности воды и погибли от холода. Чуть более 700 выживших были подобраны другим кораблем через несколько часов после кораблекрушения. Эта катастрофа взволновала весь мир не только из-за огромного количества погибших, но и из-за ошибок, совершенных экипажем. История «Титаника» стала легендой. Много лет исследователи пытались найти его под водой, но никто не мог добиться успеха до апреля 1985 года, когда на дне Атлантического океана на глубине 3750 метров удалось найти обломки корабля. Хотя они были уже повреждены морем, всех удивило их достаточно неплохое состояние. С 1985 по 2010 год к обломкам «Титаника» было совершено 17 экспедиций. Среди них как пилотируемые, так и беспилотные. На поверхность поднято свыше 5000 предметов, от личных вещей пассажиров до 17-тонного куска обшивки. Для многих людей «Титаник» остается самым знаменитым кораблем в мире. Память о нем до сих пор жива, благодаря множеству посвященных ему книг, выставок, но особенно благодаря известному фильму «Титаник». Но увидеть судно вживую по определенным причинам скоро уже будет невозможно. Поэтому международная команда дайверов на подлодке DSV Limiting Factor в августе 2019 года впервые за 14 лет снова спустилась к затонувшему «Титанику» и сделала уникальные кадры, последние на данный момент. В последний раз пилотируемое погружение к обломкам «Титаника» было еще в 2005 году. Благодаря специальному оборудованию дайверы смогли исследовать весь корабль и сняли то, что никто раньше не видел. К сожалению, корабль был в очень плохом состоянии, а некоторые участки разложились до неузнаваемости из-за морского течения, коррозии в соленой воде, но особенно по вине морских бактерий. Команда исследовала местонахождение корабля почти неделю, совершив несколько погружений. Кроме того, они устроили небольшую церемонию прощания с цветами, чтобы почтить жизни тех, кто когда-то погиб на «Титанике». По словам экспертов, полученные материалы помогут оценить текущее состояние корабля и предсказать его будущее. Ну и самое главное, благодаря этим записям с камер, мы можем увидеть, как сейчас выглядит корабль. За год его состояние не должно значительно измениться. Но возможно, что эти снимки станут последними узнаваемыми изображениями «Титаника», а дайверы, погружающиеся на подлодке в 2019 году, последними людьми, видевшими его вживую. И на это есть веские причины. О них я сейчас и расскажу. Многие задаются вопросом, почему же «Титаник» давно не достали из воды? Ответ очень прост. Обломки «Титаника» нельзя достать из воды, так как они почти разрушены, и если попытаться поднять их на поверхность, они распадутся на мельчайшие части. К тому же процесс разрушения все еще продолжается, и по мнению экспертов, через 30 лет обломки корабля исчезнут окончательно. Хотя они и находятся глубоко под водой без света и под большим давлением, что позволило им сохраниться в хорошем состоянии столько времени, сейчас ситуация изменилась. Но почему это произошло? В 1991 году группа ученых из Канады взяла образцы с «Титаника» на анализ и обнаружили в них удивительную форму жизни.
Потребовалось 18 лет, чтобы выяснить, что это была ранее неизвестная бактерия, которая разрушает железо. Эти бактерии – удивительные создания. Они живут в крайне неблагоприятных условиях, при очень низких температурах и не нуждаются в наличии питательных веществ. Однако эти бактерии очень любят железо, поэтому они так быстро разрушают Титаник. Но есть один очень интересный вопрос об этих бактериях. Они уже были там, когда затонул Титаник? А если нет, то как они попали туда? На это ученые пока не могут ответить. И этот вопрос возникает неспроста. Темпы разрушения корабля увеличиваются. Возникает ощущение, что раньше этого с ним не происходило. Но тем не менее, эти бактерии, по-видимому, очень важны, ведь они позволяют очищать океан, разрушая части затонувших кораблей и прочих объектов, загрязняющих дно морей. Титаник навсегда останется в истории, как напоминание о том, что морская стихия не прощает ошибок. Но все же с трудом верится, что материальные доказательства этой ужасной катастрофы скоро бесследно исчезнут. На этом все, друзья. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Обязательно ставьте лайки и делитесь этим видео. Пока!